Такой Леха не любит америкосы. Такой америкос не любит бейсболки. Я очень сегодня пожалел о том, что не надел свою любимую бейсболку с надписью Ford. Потому что еду на том автомобиле, на котором ездили мы с Максимом. В мае 97-го. Город, лучший город мира, Нью-Йорк. Какая машина? Ford Econoline, версии E350. И еще об одном. Я впервые в жизни сел за руль автобуса. Да-да, это автобус, 15-местный. Категории D у меня нету, и я об этом не жалею. Потому что размерами этот автобус, ну, побольше Волги. Но никаких проблем. С габаритами нету. Что это за машина? Это, так скажем, семейный или корпоративный вариант Форда F-150. На Форде типа F-150 мы уже ездили. Это был самый большой джип в мире. Ford Excursion. А на этом автомобиле в экскурсию вам отправляться можно 15-ром. Куда? Да хоть куда. Качающаяся передняя балка и неразрезной задний мост, плюс рессорная подвеска, и вы бы видели эти пружины. Ну и клиренс. Я предлагаю нам все-таки начать войну с Америкой, чтобы потом ее очень быстро проиграть. И в конце концов понять, что ездить надо на автомобилях с большим объемом, которые кушают чуть-чуть больше, чем газель. И еще немножко из своих личных наблюдений продам маленькую идею. Вы можете, конечно, приобрести этот еще один автомобиль на авторынке ЦГА за сумму, ну, примерно в 2 раза больше, чем стоит грузопассажирский вариант газели. При всем нашем уважении к газу, газель так ездить не будет. И можно сделать VIP-такси. Не продавай идею, Лёха. Как не продавать? Я честный человек. Я хочу, чтобы вы тоже зарабатывали деньги. А потом делились с нами опытом зарабатывания денег и навыками езды на таких уникальных агрегатах. Первое впечатление. Я таких зеркал еще в жизни не видел. Настолько они панорамные. Настолько у них все прекрасно видно. Зачем еще вот зеркало заднего вида здесь, вот, в салоне, непонятно. Если брать пушную терминологию, которая обозначается, допустим, наш Соболь, такой минивенчик. Кстати, Соболь как раз в 2 раза меньше, чем Форд, на котором мы сейчас едем. То я бы назвал это, опять же, возвращаясь к пушной терминологии, это не Соболь, это писец. И несмотря ни на что, я просто никак не могу понять, как автомобиль с такими габаритами так легко управляется. А еще это автомобиль вечный, потому что покоится на сверхмощной раме и 16-дюймовых колесах, и клиренс у него, по нашим скромным прикидкам, никак не меньше 40 сантиметров, так что и снизу ему ничто не угрожает. Ну и подвеска у этого автобуса просто песня. И даже при большом желании эту песню не загубишь, не убьешь, не убьешь, не убьешь. Конечно, подвеска здесь, ну, скажем, не легковая. И на кочках несколько потряхивает. Ну вот водителю этого автомобиля, по-моему, абсолютно на это наплевать. Потому что он получает настоящее, ни с чем не сравнимое удовольствие. Кстати, я тоже первый раз сел за руль автобуса. И сразу за руль вот такого автобуса. А тем, кто боится таких габаритов, откроем один маленький секрет. Машина по маневренности не уступает «Волге», потому что водитель А сидит практически над колесами, и Б мощный гидрач и рулевая трапеция сконструированы так, что передние колеса поворачиваются на угол почти 90 градусов. К сведению, здесь есть очень хороший холодный кондиционер, круиз-контроль, чтобы вы, ну, не напрягались с педалями. И, в принципе, коробка-автомат. Но это не та коробка-автомат, которая стоит на Лиазе. А еще, дорогие граждане, этот маленький такой автобус очень безопасный. Потому что здесь стоят 2 подушки безопасности.
А еще такая небольшая, но настолько мощная морда, что можно, в принципе, поспорить и с КамАЗом. Но я бы не советовал этого делать, машину жалко. Этот умопомрачающий во всех смыслах тест-драйв стал возможен благодаря нашим друзьям из автоцентра ЦГЯ, где, кстати, вы сами можете убедиться в правоте наших слов и увидеть это чудо американской техники. Ну и как во всех американских автомобилях, и что очень нравится Алексею, здесь есть подбутыльнички, подстаканники и всякие полочки для всякой вкусности. Так что в большой компании вам скучать не придется ни в дороге, ни на отдыхе, когда вы остановитесь. И я бы назвал этот автомобиль строчками из басни. И под каждым им кустом был готов и стол, и дом.